Это все мне? А кому же еще? На самом деле, ежики не любят конфеты. Это просто мой сон. Но почему только во сне бывает что-то необыкновенное? Пусть бы хоть раз со мной случилось настоящее чудо. Светлый мой, хотя бы ты приснись, там, где звезды полетели вниз, горстью золоченого пшена, я прошу тебя приснись, когда все моря уснут, все города, и наступит в мире тишина. Меня все зовут Мишкой, как будто бы я плюшевый. На самом деле я Михаил. Но это еще не главный мой секрет. У меня совсем недавно появились родители. Папа и мама. А еще две бабушки и два дедушки. Вот сразу сколько. Теперь мне не нравится спать. Хотите знать почему? А вдруг я закрою глаза, и все вокруг снова поменяется. А мне хочется, чтобы так было всегда. Это второй мой секрет. Да я тихо. Сейчас я посмотрю. Пора будить. Смотри, здесь написано, нельзя слишком резко. Он улыбается. Это надо запечатлеть для истории. А ну-ка. А? Ой. Но я уже знаю, как сделать, чтобы все не исчезло. Мне нужно стать очень-очень хорошим. Чтобы мама, папа, все бабушки, все дедушки увидели, что им достался самый лучший ребенок на свете. Только у меня почему-то не всегда так получается. Ты только посмотри, как он любит технику. Похоже на тихий час. Так вот где мой тапок. Может, наш малыш все еще скучает по детскому дому? Нужно купить ему новых игрушек. Да. Едем! Ура! Не проходим мимо! Прекрасная возможность приобрести товары со скидкой! Бабушки и дедушки, приходите в наш игрушечный магазин! Сегодня игрушки для вас, ребят! Мы продаем почти лучшие игрушки во всем городе! Самые лучшие на свете сотовые телефоны. Поднимайтесь на четвертый этаж и приходите к нам. Ух ты, вот это да. Я хочу эту.
Вот эту. И вот эту. Бери, сегодня все даром. Почти. А теперь я открою вам третий секрет. Мне больше всего бывает одиноко, когда вокруг слишком много людей, и все смотрят мимо. Мне тогда сразу страшно. Только я никому об этом не говорю. Возьми, я в игрушки не играю. Я машины люблю. Ты здесь один или с родителями? Ой, один. Тогда будем дружить, Формула-1. Такое имя интересное. Сама придумала. Вот пришла на стоянку проверить, не угнали ли мою машину. У меня сегодня день рождения. А мне опять ее не подарили. Я сам тебе ее подарю. Миша! Вы не видели мальчика в зеленой футболке? Светлые волосы, голубые глаза. Он никогда здесь раньше не был. Где же ты? А ну-ка, стой! А где твой чек? Сегодня же все даром. Ага. Попался, воришка! Вор! Вы слышали? Вор! Тюрьму его! Тюрьму! Нет! Пожалуйста, помоги мне! Но я вам еще не открыл свой самый главный секрет. Со мной всегда есть кто-то рядом. Он всегда мне помогает. Это мой самый добрый друг и защитник. Мама, папа, я здесь! Мишка. Простите меня. Это ты нас прости. Кажется, мы слишком увлеклись покупками. Так это ваш ребенок? Конечно, наш! Оплачивать будете? Что-то уже выбрал? Угу. Вот. Одобряю. Отличная модель. Пожалуйста. Угу. Ты слышал? Он назвал нас папой и мамой. А говорил, что один, без родителей. Все только врут.
Это тебе, с днем рождения. Правда? Ёжика не забудь. Миша, нам пора. Меня родители зовут. Пока. Какой ты у нас добрый. Настоящий рыцарь. Еще увидимся. Радио 103.5 FM. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Все еще дрожишь? Ага. Не бойся. Я тебя в обиду никому не дам. Сколько зим и сколько лет окружен его заботой. Он хранит меня от бед. Кто-то рядом. Добрый кто-то, раз чудес.